Добрый вечер, здравствуйте. Меня зовут Лиля Шакирова. Ярмарка 2023 отгремела. Впереди ярмарка 2024. Даты уже известны 18 и 19 мая. Мы встречаемся все вместе. Остался всего один день. Один день, представляете, чтобы вы успели приобрести билеты на ярмарку 2024 по предпродажной цене. Это самая низкая цена. Дешевле уже точно не будет. Все контакты сейчас есть на вашем экране. Срочно звоните, срочно заказывайте. Все нужно сделать сегодня. Поддержать наш марафон кто только не приехал. Несмотря на расстояние, несмотря на жесткий гастрольный график, одним из первых в нашей студии оказалась группа «Фактор 2». Вова приехал с Юлей, это его жена, и сделал официальное заявление. Наконец-таки! Кто такая Лена из его новой песни? Вот, кстати, песня. Лена, Лена. Когда я увидела это видео, мне прям сразу захотелось допеть. Знаешь что? Лена, Лена, мне море по колено. Потому что сзади море еще, понимаешь? Первая версия такая и была. Подожди, Юля. Да. Лиля. Да. Почему Лена? Лена, кто такая Лена? На самом деле, это, конечно, выдуманная история. И слава богу, что я уже переживал, думал, за что вы хотите сейчас показать его. А, значит, что-то есть, Юля, что-то есть. Что-то есть, да нет, на самом деле ничего нет. Первую версию я вообще исполнял, то есть, когда сочинял, у меня там вообще никакого имени не было, просто кукла-кукла я пел. Кукла-кукла, слияние жгучих губ. А потом думаю, ну, в принципе, кукла это ничего не говорит о человеке, а вот именно если какое-то имя, то было бы классно, да? Да, и вот Лена мне показала самое удачное, подходящее имя. Ну что, ты понимаешь, что ты с этой песней, это новая песня абсолютно, это свежий трек? Честно сказать, нет. Ну, он долго лежал, ты он его долго не лежал, показывал. Я его только опубликовал недавно, да. Ты знаешь, сколько Лен живет на земле? Ну, вот не, столько. Не представляю, не представляю. Да. И эти все Лены теперь будут знать, ой, теперь у меня есть своя песня, понимаете, да? Так, про Лену, про Лену очень мало. Давай всем Леночкам, Ленусикам, Леночкам передадим привет сейчас. Ленусикам, Пупусикам, всем огромный привет. Спасибо вам за то, что вы с нами. Ну и, конечно же, не обижайтесь, что у меня есть своя Юлия. Вот. А но вот, песни вам, но песни да. вам. Песни вам, да. Вов, а какой у тебя сейчас вообще период творческой жизни? Вот ты в каком состоянии? То есть как бы ты стараешься и не особо получается, или наоборот, у тебя как паровоз прет? Вот что ты сейчас переживаешь именно в творческой жизни? Лично я вижу, что все окей, да? Что все нормально, Юля бдит, все под контролем. А в творческой жизни твоя сейчас что? Ну, именно сейчас, конечно, сейчас именно такой прям огонь, потому что у меня сейчас вышла новая песня, вот. А вообще периодически как бы то огонь, то есть сейчас не отпуск у тебя, да? У меня не отпуск, у меня же гастроли постоянные. Постоянные гастроли, и, соответственно, я постоянно вот с вами, ребят, во всех странах, во всех городах мира. Новая песня. А новая песня? Я да. уже, знаешь, такая, типа, так, на еще сейчас дадим эксклюзив. Еще дадим сейчас давайте. Огня. Новая песня называется «Скука, любовь». Вот тут я должна сделать паузу. Можно еще раз по буквам? «Скука, любовь». То есть пять букв, да? Пять «Скука». Букв. Совершенно «Скука, верно, любовь». Да. Но ты правильно подметила, там присутствует и другое слово. Скрыто. Именно «скрытое», да. Угу. Вот. А в самом названии я специально его написал. Я так понимаю, вторую что букву тоже, именно маленькую. Тоже выдуманная история, да? Тоже выдуманная свежий история. Все хорошо? Ну, конечно, конечно. А можно отрывочек «Скуки, любовь»? Да, давайте, может, покажем. Давайте покажем. Вы готовы? Мы готовы! «Скука, любовь», «Фактор 2». Первый поцелуй на губах, метка правит мной, «Скука, любовь». Детка, говорят, она навсегда, редко, но, сука, так едко. Первый поцелуй на губах, метка правит мной, «Скука, любовь». Детка, говорят, она навсегда, редко.
шикарьё. Как спасибо, говорит моя бабушка, спасибо. Шикарьё. Ой, шикарьё. Слушай, сдавай локацию. Мне понравился этот официант. Где это ты снимал? Все так говорят. Все. Ну, официант такой, знаешь, прям я хорошенький. Я его Кеном прозвал. Он на Кена похож для меня. Uh-huh. Ну, вот. На самом деле, должен был сниматься в этой главной роли я. Uh-huh. А потом мы уже прям в этот же день мы все переиграли. И я когда увидел, это его мотоцикл просто. Он пригнал мотоцикл, и я должен был играть эту роль. Я когда его увидел, говорю, слушай, давай, может быть, ты сыграешь. То есть ты почувствовал талант у парня, да? Ну, во-первых, как бы да, как он выглядел. А во-вторых, как бы он, оказывается, он уже, да, уже где-то что-то уже играл. Модель, да. Вот. Ну, модель, можно сказать, тоже. И поэтому взяли такого прекрасного парня, нашего Кена. И получилось прекрасно. А снимали все в Сочи. В Сочи? Да. Обалдеть. Представляете, сколько новинок нас ждет от «Фактора 2» на ярмарке 2024. Билеты по предпродажной цене, самой низкой цене, вы можете заказать только сегодня. Да, ребята, остался один день. Только сегодня. Все контакты есть сейчас на вашем экране. А в моих руках кружка. Дело в том, что группа «Фактор 2» этим летом запускает свою линию одежды и аксессуаров. И вот эту замечательную кружку с надписью «Хайс», «Бэби Хайс» на всех аксессуарах, на одежде группы «Фактор 2» будут как раз строчки из песен. Вы можете выиграть прямо сейчас. Что нужно сделать, чтобы получить эту классную кружку «Хайс, Бэби Хайс» от группы «Фактор 2»? Ничего сложного. Позвоните прямо сейчас. Телефоны на ваших экранах. Закажите себе билеты на ярмарку. Окажитесь 111-м по счету и получите крутую кружку от «Фактора 2». Ну, а мы слушаем Вову. «Фактор 2», скажи, красавица. Скажи, красавица, чего? Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу тебе. Тебе понравится, тебе понравится. Давайте громче, поехали. И скажи, красавица, чего не нравится? Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу тебе понравиться. Тебе понравится, тебе понравится. Слова все помнят? Если б знала ты, как хочу я тебя. Думал на уроке один парень про себя, про себя. На училку химии смотря. Привет! Молодая девушка, еще она была. Сразу после института в школу к нам работать пришла. И наших пацанов свела с ума. И скажи, красавица, чего не нравится? Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу тебе. Тебе понравится. Давайте только вы. Как можно громче. Скажи. Чего? Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу тебе понравиться. Тебе понравится. Тебе понравится. Что было дальше? На доске черчу таблицу Менделеева. И случайно написал, что я люблю тебя. Вот беда. Она со злостью смотрит на меня, на меня. После всех уроков мы остались с ней вдвоем. Думал я, сейчас пойдем шампусика попьем, но облом. И вместо бара мы к директору идем. Все, все, все. И скажи, красавица, чего не нравится? Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу тебе. Тебе понравится, тебе понравится. Марафон ярмарки продолжается. Всего один день остался предпродажной цены билетов на ярмарку 2024. Даты уже известны. Это 18 и 19 мая 2024 года. Заказать билеты по самой низкой цене вы можете прямо сейчас. Все контакты указаны на экране. А у нас еще гости. Поддержать марафон ярмарки приехала целая казачья станица. Хор русской и казачьей песни «Вир». Расскажите мне ваше впечатление про ярмарку. Мне вот мы сейчас
все перевариваем, да, прошел буквально месяц. Нам интересно, что вы для себя почерпнули, какие у вас эмоции, что в вашей голове крутится, кто первый, кто готов делиться эмоциями? Давайте я начну. Давайте вы. Если мы говорим о наших впечатлениях, то нам очень было приятно оказаться второй раз на ярмарке. И можно сказать, что в прошлом году, после пандемии, это был такой наш первый... большой выход в свет. Первый шаг к нашему успеху. И, конечно, немножко было волнительно. Просто хотя бы от того, что русскую песню слушает определенная часть публики и зрителей. И нам было очень... трепетно и волнительно участвовать в большой программе, юбилейной программе ярмарки и стоять на одной сцене уже со звездами, знаменитостями, которые далеко и задолго о себе заявили. Вот подождите, вот тут не прибедняйтесь, потому что вы такие еще у меня звезды, да? Что дадите фору любому, поэтому не надо. Наверное, вот звездами мы после первой ярмарки-то и стали, да, девчонки? Ура! Ну, вы как дипломат выступили, да, чтобы точно зацепиться, чтобы точно быть на ярмарке 2024. А что еще, девчонки, на ярмарке было? Что понравилось вам? Ну, расскажите еще что-нибудь интересненькое. Я сама сейчас расскажу, потому что мы тоже в этом принимали самое активное участие. Мы с девочками пошли прогуляться по ярмарке, увидеть, что, чем дышит сегодня наша промышленность, чем сегодня могут удивить и порадовать посетители ярмарки. И что вы думаете? Мы нашли обалденный, красивый, классный киоск с платками, с настоящими, вы представляете, настоящие павлопосадские платки. Более вам скажу того, что я это не только понимаю, я это еще сама все видела и в этом тоже участвовала. Поэтому небольшой отрывок из вот этой встречи на ярмарке с павлопосадскими платками прямо сейчас в эфир. Саша, от нас, от девчонок Германии, большое спасибо за эти классные павлопосадские платки. Вы нам платки, а мы вам песню, да? Про любовь? Про любовь. Чё и Филин не кричал в кустом про лесочке, а я задернула все занавесочки, перебрала постель, задвинула засов. Ну что ж ты не идешь, моя любовь? Перебрала постель, задвинула засов. Ну что ж ты не идешь, моя любовь? Засмущали Сашку, засмущали. Девчонки, вы знаете, что вы подняли продажи платков? После этого там такая очередь выстроилась. Без платков уехали в Павлопосад. Без платков! Все остались в Германии! Это просто здорово. Мы согласны и дальше участвовать в определенных акциях. Мужчину хочу послушать. Вкусно было на ярмарке. Что самое интересное, я видела Вир, когда был на сцене, а потом заметила вас, как вы идете с чебуреком. И я так вам позавидовала в этот момент, когда вы шли с чебуреком и так его сочно ели. Я хочу услышать чисто мужское мнение. Ярмарка и еда. Это как вообще? Вот расскажите всем. Ну, прямо сейчас сразу и слюнки потекут. Ярмарка и еда. Впечатлительно. Очень впечатлительно. Мы прошлись по всей ярмарке, мы увидели такое разнообразие. Это шашлык, это чебуреки, конечно, это просто вкус обалденный. И свежесть. Приятно на вкус. Было просто все замечательно. Мне лично, как мужчине, понравилось все. А пирожные мы покупали? А зефир? Мороженое. Да, и все русское. Да, кстати, это, конечно, более не мужская еда, пирожное, мороженое, но я видел, как женщинам нашим было очень приятно. Очереди такие. Конечно, женщинам приятно, когда мужчина платит и угощает пирожными, мороженым и все остальное. Но я еще вам хочу сказать отдельное спасибо за вот эту битву хоров, которую мы устроили на ярмарке, потому что сейчас она набирает огромное количество просмотров, лайков, сердечек, и все пишут:
Вау! И у всех мурашки, все так счастливы. Поэтому «Битва хоров», если вы еще ее не видели, давайте посмотрим прямо сейчас вместе. «Битва хоров», «Вира» и тоже казачьего хора «Раздолье» ваших уже друзей. Я сейчас на границе двух станиц. Это казачий хор «Вир», а это казачий хор «Раздолье». Пришла мне шальная идея в голову устроить битву хоров. Я говорю слово, а вы мне на это слово песенку, хорошо? Впервые на ярмарке два казачьих хора соревнуются песней. «Раздолье», вам достается слово «Дружба». Поем песню на слово «Дружба». Покрепкая не сломается, не развеется от дождей и вьют. Друг беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Друг беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. А теперь про дружбу, Вир. И с другом вышел путь, и веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Ой, пока мне кажется, что вот так вот рядышком. Хорошо. Фигура вторая, печальная. Разлука. Разлучили люди нас, разошлись мы в стороны. От молвы людской у нас огонек любви погас. От молвы людской у нас огонек любви погас. Сейчас заплачу. Вир, было время подумать. Разлука, разлука, разлука. Над рекой калина спелая, налетая соком, обожгла ты руки белые молодой осокой. Молодой осоке прячутся и дожди. Хорошо. Ну и, мне кажется, нужна третья, да, решающая. Пока 2-2. Про любовь, про любовь. Что у нас? Давайте. Ай вы, казачки, казачки, военные люди, военные люди, да кто вас не любит? Военные люди, да кто вас не любит? Полюбила казачка, лошадочка, бабочка, полюбила казачка, лошадочка, бабочка. Взяла его за рученьку, повела в камору. Взяла его за рученьку, повела в камору. А с каморы в комнату сама целовать. Самое интересное, не услышали, что было после каморы, да? То есть непонятно, чем история закончилась, да. Продолжение следует. Вир, про любовь, давайте душевненько, как всегда. А любовь моя тебе не растает, ни за что огонь не высушит жара. А любовь моя, как звезды сияет, ты же моя радость и моя беда. Вот прям честно-честно, невозможно выбрать. Песня равно дружба. Два
хора, две станицы, две казачки, две атаманши. Обнимайтесь! Эта встреча двух станиц точно запомнится надолго. Спасибо хору русской казачьей песни «Вир» за любовь к ярмарке и за сохранение традиции. Согласитесь, без знания своих корней человек очень слаб, а знание народной культуры, родной культуры дает нам сил. Ярмарка дает нам сил. Остался всего один день, когда вы можете приобрести билеты на ярмарку 2024 по самой низкой цене, по предпродажной цене. Все контакты сейчас есть на ваших экранах. Звоните срочно! А я приглашаю к нам Юрия Громова. В прошлом это звездный повар. Горбачева даже кормил. А сегодня это звезда. Его песни возглавляют хит-парады РУ-ТВ, его приглашает Малахов. А началось все с ярмарки. С любимой нашей ярмарки. И песни Кристина посвятила ее, кстати, своей жене. Добрый вечер, друзья! Я вас не слышу, вы здесь? Поем вместе-вместе, громко-громко! Кристина, Кристина, подари мне сына, проведем с тобой ночку, родится дочка. Кристина, Кристина, подари мне чуточку тепла. Кристина, только для нас. Для вас был Юрий Громов. Спасибо!
нас в гостях сегодня Юра Громов, и мы определили, что это не просто классный парень, а это самый поющий повар в стране. Всем привет еще раз. Мы обещали с Юрой приготовить вам коктейль. Да, мы сделаем с тобой сегодня летний охлаждающий напиток. Фреш, так как у нас жарко, да. И не хочется сытно кушать, а что-то легкое. Но самое главное, что этот коктейль, но только в алкогольной версии, очень любит Юрий Антонов. И для него Юра для Юры готовил этот коктейль. Но мы делаем сейчас безалкогольную, здоровую, healthy версию, и будем с вами довольны и счастливы. Что нам понадобится, Юра, рассказывай. Поехали. Мы берем для этого дыньку. Сладкую. Можно руками? Да, конечно. Мы помыли руки, пока песня была. Обязательно. Берем дыньку. Угу. Побольше? Две порции дыни, одну порцию огурцов. Это правильно, дыня слаще. Зачем нам эти дыня огурцы? Дыня слаще, да. А я вижу, у тебя здесь еще сахар. Вот дыня реально сладкая. Я ее пробовала. Пробуем? Когда резала. Ага. Попробуй. Вообще сладко. Mm-hmm. Скажи. Очень. Скажи. Тогда сахар не будем класть. Не если, будем сахар? Если mm-hmm. дыня не сладкая, можно чуть-чуть подкласить сахаром. Вы можете заменить дыню даже арбузом. Так, идем дальше. Берем огурчик. Угу. Накладываем огурчика. Не мало ли дыни? Не, нормально. Ага. Нормально. Кладем огурчика. Ага. Нам понадобится еще мята. А мне кажется, что у тебя сейчас дыни и огурцы одинаковые, нет? Это обозрение? Это обозрение, да. Они большие куски. Слушай, а вот ты Юрия Антонова кормил. Вот какой он вообще в жизни? Простой или непростой? Да все мы люди простые. Все мы люди простые. А что ты делаешь? Так, я рву листики мяты. Ага. Мы ее прихлопываем. Подожди, такой аромат сразу пошел. Чувствуешь? Угу. Чтобы вышли все маслы. Масла. Чтобы вышли все масла. Пусть масла мяты. Ага. Кладем мяту. Нам с тобой до маслов еще далеко. А вот до масел близкая дорожка. Берем чуточку лимона. Ага. Сбрызгиваем это все. О, красота, красиво. Так. Это получается, ребята, дыня, огурец, мята и лимон. Да. Мне кажется, что это будет очень вкусно. Надеваем миксер. А вот в алкогольной версии туда что надо бухнуть? Может что угодно, но можно даже вот чуть-чуть там рюмочку водочки туда, ага. Например. Но Юрий Антонов... Или коньяка. А, Юрий Антонов с водочкой. Не скажу, это секрет фирмы. Вау. Нам еще? Хватит полбокальчика или еще добавить? Ну, давай еще чуть-чуть. Еще добавить? Нет, сболтай. А. Сболтай, нам хватит. Так, все это мешаем. Сколько минут? До полного, да? Чтобы была однородная масса. Либо вставим в холодильник на пару минут, чтобы она охлаждалась. Лучше, всё. Да? Да, готово. Давай пробовать. Давай. Давай пробовать. Открываем. Ага. Еще раз внимание, мы сейчас будем пробовать коктейль, который любит, когда... Ну-ка. Какой запах! Вот это огурец с дыней поженились, это супер, себе оставь. Ага. Еще это вкусно с арбузом тоже можно делать. Смотри, у меня родилась с тобой, пока ты все делал, да, идея. Раз это коктейль, который очень любил, когда ты готовишь, Юрий Антонов, то давай назовем его какой-нибудь его песней. У него есть такая песня, сейчас мне почему-то в голову пришла, «От печали до радости». Давай мы этот коктейль назовем «От печали до радости». Давай, обязательно. За радость. Пробуй. Пробуем. Так, сейчас понюхаем. Юра, mm-hmm. это очень вкусно. Чувствуешь ребята, мяту? Огурец, дыня, mm-hmm. мята, все вместе, никакого сахара не надо, если дыня сладкая. Это как окрошка, только десерт. От печали до радости, реки и горы, от печали до радости, как слова, леса и поля. Вот так. От печали до радости, реки и горы, от печали до радости, леса и поля. Нравится? Попробуйте обязательно этот коктейль, я прям хочу добить до конца. Поэтому, ребята, мы уходим на музыкальную паузу. Прощаемся с Юрой. Говорим спасибо, ему большое пригласили. Спасибо. Приглашай всех на ярмарку. Ты будешь там. Кого ты хочешь видеть? Ребят, приглашаю всех приходить на ярмарку. В следующем году у меня выйдет полностью альбом, и будет очень много классных песен. Давай еще раз. От печали до радости. От печали до радости. Танцы под фонарем, музыка так орет, скорость спать не дает, мы убитые вдвоем. Танцы под фонарем, музыка так орет, скорость спать не дает, мы убитые вдвоем. Я дыхание задержусь и на миг притворюсь твоей душой и сознанием.
упорем, громче звук, стул, звон, музыка на весь район, в этой комнате вдвоем, друг другу поем, громче звук, стул, звон, музыка на весь район, танцы под фонарем, музыка как орет, скорость спать не дает, мы убитые вдвоем, танцы под фонарем, музыка так орет, скорость спать не дает, мы убитые вдвоем, ты внутри моей души, каждый миг он на тебе, мимо вселенная спеши, мы словно на корабле, иммунитет мой не руши, но пульс на нуле, где, где, на нуле, где, где, на нуле, мы в этой комнате вдвоем, друг другу поем, громче звук, стул, звон, музыка на весь район, в этой комнате вдвоем, друг другу поем, громче звук, стул, звон, музыка на весь район, танцы под фонарем, музыка так орет, скоро спать не дает, мы убитые вдвоем, танцы под фонарем, музыка так орет, скоро спать не дает, мы убитые вдвоем, танцы под фонарем, музыка так орет, скоро спать не дает, мы убитые вдвоем, танцы под фонарем, музыка так орет, скоро спать не дает, мы убитые вдвоем, танцы под фонарем, музыка так орет, скоро спать не дает, мы убитые вдвоем, танцы под фонарем, музыка так орет, скоро спать не дает, мы убитые вдвоем. Поддержать марафон ярмарки. Вот так вот перед выходными пришел человек, которого вы точно знаете и любите. После репортажа ярмарки, который вышел на телеканал ТВ-РУС и ТВ-РУС Плюс, все знают дядю Костю. Дядя Костя, привет! Здравствуйте! Дядя Костя пришел своей легендарной, как это называется правильно? Тельняшка. Тельняшка, а когда она без рукавов, это тоже тельняшка? Да, это тельняшка. А это что-то в вашей жизни было морское, да? Нет. Это просто, ну, на этот раз на ярмарке просто решили, что все будут такие в тельняшках. Вот то, что было очень жарко, да, и я позже всех приехал, и мне досталась самая маленькая. Да, и поэтому я ее специально... В обтяг, да? Она и сейчас в обтяг, да, то есть, ну... Сказали, вот типа, твой размер. Да, да. Дядя Костя, тот самый человек, благодаря которому шашлык ярмарки стал брендом. Как люди уплетают этот шашлык, как они говорят о нем, что даже от одних разговоров уже текут слюнки. Я просто хочу, чтобы вы видели тех людей, которые вам благодарны. Внимание на экран. Шашлык, плов – это просто нереально. Очень вкусный, свежий шашлык, сочный. Я даже взяла себе домой, маме с бабушкой, в машину отнесла. Сейчас, короче, потом придем домой, будем кушать, пробовать. Так довольны с друзьями? Мы приедем еще обязательно. Дядя Костя, как вам такие отзывы? Да, я вообще очень благодарен, то, что такие теплые слова, такие комментарии, вообще, ну, это тоже позитивные эмоции, которые вот как-то поддерживают одного другого. Ты понимаешь, другого, да? Что не зря вообще это дело делаешь, да? Да, да, это, ну, это всегда так, да, то есть как-то стараешься для людей, и потом, естественно, когда люди, ну, вот, отзываются, да, хорошо, то это, естественно... Очень приятно. Когда мы со съемочной бригадой подошли к вам и сказали: дядя Костя, дай фирменный рецепт шашлыка, открой секрет. И знаете, что дядя Костя ответил? Смотрите сами, что он нам ответил. Я считаю, как можно меньше ингредиентов, да, меньше специй, меньше чего-то выдумывать. Классика, самая классика, да, то есть нормально чуть-чуть перчик, чуть-чуть какие-то там, я не знаю, травки, но мало, да, минералка, все. Да, еще очень много зависит от шашлычников, правильно? Дядя Костя, с вами можно в разведку. Ну так и не раскрыли нам секрет шашлыка, ну что это такое? Ну вот, вообще я говорю, много очень экспериментировал и с шашлыком, и со всеми вещами. И в принципе, вот оно может быть еще из-за того, что как от силы возраста становишься старше, и потом начинаешь вот от многого, от экспериментов приходить все-таки минимальному, да, и как шашлык появился раньше, он же появился где-то в степи, да, то есть в
на Кавказе, да, люди не могли много там травок с собой возить. Поэтому, ну вот я говорю, там, например, опять сейчас начнется чуть-чуть вот этого, чуть-чуть того сего. Я понимаю, почему дядя Костя нам не раскрывает секрет шашлыка. Он хочет, чтобы каждый год мы приезжали на ярмарку, чтобы мы ждали ярмарку, чтобы мы ждали вот этот вот вкусный шашлык от дяди Кости. А мы, дядя Костя, так и сделаем. Мы послушные. Мы очень любим ваш шашлык. Конечно, приезжайте на ярмарку, естественно, приезжайте на ярмарку, пробуйте шашлык. Естественно, не забывайте об алкогольных напитках, потому что шашлык нужно, наш человек, видите, шашлык, да? Нужно, шашлык нужно вкушать, вот действительно, свежий, да, с водочкой, с, может быть, немножко зеленого лука, да, но вкус должен оставаться вот таким. То есть вот этот вот микс, все поженить и получится вкуснятина. Да, да. Если не поели, поешьте. Обязательно поешьте мясо. Шашлык вкусный. Ну, нам остается еще буквально минутка в эфире. Я приготовила дяде Косте викторину. Дядя Костя, любите советские фильмы? Ну да, в принципе. Я нашла фразы из советских фильмов про еду. И сейчас ваша задача угадать, про какое блюдо идет речь. То есть вам нужно продолжить. Хорошо, давайте начнем с легкого. Губит людей не пиво, губит людей. Вода. Вода, это не может быть, да? Классный фильм. Да. Икра черная, икра красная. Икра заморская, баклажанная. Иван Васильевич меняет профессию. А в тюрьме сейчас ужин? Джентльмены удачи. А что на ужин? Не, вот не помню. Ну? Макароны, наверное. Макароны, вспомнил. Ну и последнее. Какая же это гадость? Ваша заливная рыба. Это ирония судьбы или с легким паром. 4-0 в пользу дяди Костя. Ну и шашлык добавляет еще 1 000 000 очков и 1 000 000 огонечков. Ну потому что употребление белка, естественно, мясо. Способствует умственному процессу. Вы всегда будете соображать. Умственному процессу способствует, да. Приглашаем всех на ярмарку. Звоните прямо сейчас. Мы ждем ваших заявок. Кстати, водка на ярмарке была вкусная в этот раз. Cosmic rider up in the sky.
Всем привет! Мы вернулись. Ярмарка 2024 уже скоро. Дата известная. 18 и 19 мая случится любимое грандиозное событие. И остался всего лишь один день, когда вы можете приобрести билеты на ярмарку по предпродажной цене, по самой низкой цене. Все контакты сейчас на ваших экранах. Очень большой интерес к ярмарке среди молодежи. Мы чувствуем этот масштаб, поэтому приглашаем топовых артистов. Раса Моргенштерн выступили на последней ярмарке. Мы зовем звездных блогеров. Дима приезжал к нам на последнюю ярмарку. 20 лет назад он приехал сюда никому неизвестным 17-летним парнишкой, а сегодня его знают и любят миллионы. Моя соседка тетя Клара, она просто тебя обожает. Серьезно? Я тебе серьезно говорю. И знаешь, что ее больше всего ее сердце греет? Что приехал парень сюда в 17 лет, по-моему, да? Да, кстати. Откуда ты знаешь такую информацию? Добился всего сам, и наш парень здесь стал крутым. Вот ее это греет, что наши пробиваются. Угу. Мне такое часто говорят, но я не знаю, как это назвать, пробился или стал крутым. Это такое как будто высокое о себе мнение, или как это называется? Ну, это же бабушка сказала. Да. Приятно слышать, конечно, если она так думает. Я думаю, что я обычный парень, который снимает клипы в интернете. Интересно наблюдать за твоим творчеством, за твоей страничкой, да, что ты вот начал прямо свою девчонку выгружать, фотографии с ней. Все серьезно, да? Все серьезно? Уже нет, кстати, да, уже все. То есть, получается, можно сейчас сказать на всеуслышание, что твое сердце свободно? Ну, можно так сказать, да. Тетя Клара. Тетя Клара, да. Call me. Дима так хотел приехать на наш марафон, нас поддержать, очень любит ярмарку, но командировка, поэтому прислал нам с вами видео. Привет. Привет, ярмарка. Огромное спасибо за то, что я смог побывать у вас в этом году, и мне очень понравилось. Я успел попробовать так много разнообразной еды, и это было очень вкусно. Познакомиться с разными интересными людьми и успеть пофоткаться со своими подписчиками. И я еще ни разу за свои последние 20 лет в Германии не видел так много русскоговорящих людей на одном месте. С такой классной, веселой атмосферой мне очень-очень понравилось. Поэтому я передаю всем огромный привет и жду вас всех на ярмарке в следующем году. Пока! Спасибо, Дима. Спасибо. До встречи на ярмарке 2024. А я говорю привет еще одной масштабной личности – бородатой Германии. Любимый народный блогер. Свой человек. Народ, всем здорово. С вами снова бородатая Германия. Ну теперь я понимаю, что вот долго ты не думал над названием, ты просто выросла, и ты такой… Назваться будет «Бородатая Германия», да? Да, так точно. Так и было. Борода есть, живу в Германии, так и назвал канал. А не хотелось? Вот мы же, девчонки, такие, волосы длинные, хочу короткие, сегодня короткие, хочу длинные. Сбрить не хотелось бороду? Было такое, но сказали, не идет, оставайся так. Оставайся бородатым. Да. Оставайся бородатым. Ты приехал не один, давай представим твою красивую жену, Наташа. Здравствуйте, да, меня зовут Наталья, жена бородача. Жена бородача, жена бородатой Германии. Слушай, да. Вот просто сразу, сходу, один вопрос. Наташа, честно и правду, ну не бесит, а все время снимает, куда-то лезет со своей камеры, не дает спокойно поесть. Я просто смотрю, он же везде с этой камерой, понимаете? Никакого покоя. Вот куда только не залез уже. Вначале было очень тяжело, сразу скажу, а потом уже привыкла, да? И сейчас я уже больше сама хватаю камеру и говорю, Юра, давай что-то заснимем, интересненькое такое, что я уже тоже в теме с ним. Я всегда говорю так, ничего в жизни сложного нет, потому что даже медведь в цирке научился ездить на велике, так что человеку все подвластно. Сниматься легко. Ну, с тобой трудно не согласиться. Я когда смотрю твои видео, я вижу вот эту легкость передачи информации, да, вот эту вообще легкость бытия. И мне кажется, что ты сам по себе по жизни невероятно легкий человек и тот, кто притягивает к себе огромное количество людей. Такой магнит для людей. Все потому, что я просто люблю жизнь, люблю жить на позитиве. И потом надо быть честным, открытым человеком перед своей аудиторией. И будет все хорошо. Когда ты честный и открытый, тебе нечего скрывать перед людьми, перед друзьями. И жизнь складывается в горочку. И не надо много информации запоминать, кому что сказал, правда? Да, вот именно. Если вы вдруг память где-то... свободна! Если вы вдруг где-то солгали, в дальнейшем можете забыть об этом и запутаться.
Это точно. У вас просто невероятная история любви. Невероятная история любви. Я сейчас хочу, чтобы все камеры были направлены на меня, и вы услышали вот то, что я скажу. Вы можете представить, вот эти люди, так, это камера, да? Вот эти люди вместе с какого класса? С девятого класса. А в 11 классе у них была свадьба. Вы можете представить? В 11 классе была свадьба. Так точно. В 9 начали встречаться. Сколько лет вместе? В этом году исполнилось 20 лет с того дня, как мы поженились. И имеем 4 детей. Четверо детей. 3 девочки, 1 мальчик. Да. Так точно. Сын мальчик последний? Точно. Второй. Обычно типа девочку, а потом мальчика хотят и останавливаются. Ну, типа, все окей, есть. А вы молодцы. Мы целенаправленно шли к этой цели. Мы хотели много детей. У тебя очень четкие позиции, да, там по воспитанию. А детей как ты воспитываешь? Вот есть у тебя какие-то моменты, которые ты, находясь здесь, в Германии, ты понимаешь, я здесь, Германия, мы все равно не на родине, ты родом из Казахстана, да? Да. То есть, что для тебя, как для русскоговорящего здесь, в Германии, важно привить своим детям? Ну, во-первых, язык, чтобы они владели русским языком, доброту, уважение старших. И прививаю спорт, стараюсь, чтобы они занимались спортом. Со спортом всегда будет успех. Все дельфины в ураган, уплывают в океан. Лишь один из них отстал. Лишь один в беду попал. Поплыли, да? Погнали. Затихает в море шторм, застывает в море стон, и на берег из глубин. Что? С моря выбежал дельфин. Ну что, все поем? Все дельфины в ураган, в ураган, в ураган, уплывают в океан, в океан, в океан. Лишь один из них отстал. Лишь один в беду попал. И хотя он из него плавниками о песок, до воды недалеко, но добраться нелегко. Все дельфины в ураган, в ураган, в ураган, уплывают в океан, в океан, в океан. Лишь один из них отстал. Лишь один в беду попал. Все дельфины в ураган, в ураган, уплывают в океан, в океан, в океан. Лишь один из них отстал. Лишь один в беду попал. Марафон ярмарки продолжается. Даты уже известны новой ярмарки. Кто не в курсе, 18 и 19 мая 2024 года мы с вами точно встречаемся. И сегодня последний день, когда действует предпродажная цена на билеты. Всего лишь один день остался. Кто не успел, разбирайте. Это самая низкая цена. Дешевле уже точно не будет. Все контакты сейчас есть на ваших экранах. Ну а поддержать наш марафон пришли ребята, название компании которой я не могу говорить в эфире. Меня смотрят взрослые родственники. Но по футболке Саши вы сами сейчас все поймете. Саня, привет. Привет, привет. Как дела? Все именно так, друзья. Да? Саш, выручку с ярмарки посчитали? Да. Да? Да. Почему ты один? Я думаю, что Ваня, твой партнер, да? Почему не приехал? Он поехал тратить, он поехал в отпуск? Скорее всего, да. Я его после ярмарки не видел. Нет, это шучу. Нет, Ваня у нас на базе держит там все. А ты отдуваешься здесь, а я отдуваюсь здесь, да. Вы на ярмарке не первый год, и вы одни из тех наших постоянных
уже друзей, можно сказать, да, которые приезжают на ярмарку, разворачивают огромную базу, да, продают, предлагают ребятам классные футболки, шорты, костюмы, ну все что угодно. Почему вы понимаете, что ваше присутствие на ярмарке, ну, это действительно жизненно важно? Ну, во-первых, это прямая встреча с нашими людьми, с нашими покупателями, это общение, отзывы, прямые отзывы и, конечно же, финансовый аспект тоже очень важен. Вот сейчас нас смотрит огромное количество предпринимателей, да, и я хочу, чтобы твои слова, они вот действительно усвоили и запомнили. Вот действительно на ярмарке, присутствие на ярмарке, это значит равно рост компании, правильно? Однозначно, мы 3 года там, и каждый раз огромный рост. Ты приехал не с пустыми руками, показывай новинку. Наш фирменный халат. Это новый, белый, да? Да, ну он достаточно... Давайте помогу. Да. Это недавно пояс. У нас в продукции, так сказать, это пояс халата, а это вот, собственно, вот такой вот фирменный халат. Поверни, да, Сань. И, конечно, с огромной вышивкой сзади на спине. Ой, красота-то какая. Я вообще, если честно, когда увидела этот халат, я в него влюбилась. После такой презентации в сети, которая была у ребят, не купить этот халат просто невозможно. Вот давайте все вместе заценим эту видеопрезентацию в сети, да? Халата от вас. Внимание на экран. Красивый, повернись. Посмотри, какой, глянь, супергеройский. О, вообще. Мягкий какой. Ой, какой цвет мой, электрик. Ой, обалденная. Нравится? Конечно, ты что? Довольна? Ну, конечно. А размер? Такому подарку быть недовольному. Да ты что? Ты что, блин? Ты посмотри зад. Ох, зад, ты мой зад, не хватай меня за зад. Саша, ну это так смешно, особенно в конце, вот этот пляс в халатах. Цвет, конечно, не электрик, но белый тоже хороший. А у тебя тоже новинка, да, вот это синее? Это да, на лето мы приготовили такие яркие цвета. Угу. Насчет халата, не убираем. Нет. Пока вы смотрели видеопрезентацию, мы решили с Сашей, что мы этот халат сейчас подарим. Представляете, мы этот классный новый халат, абсолютную новинку вам сейчас подарим. Да, Саш? Обязательно. С душой? Естественно. Как получить халат от Сани? Для этого нужно заказать билет на ярмарку по предпродажной цене. И кто в течение, вот осталось буквально 20 минут нашего эфира, окажется 50-м по счету, всего лишь 50-м по счету и закажет билет на ярмарку по телефону, который видите на экране, получит вместе с билетами по почте и халат от Сани. Именно так. Красивый халат, Саня. Спасибо за подарок. Спасибо за Тогда подарок. Тогда и тебе подарим. Напросилась, ребята. Я договорилась, ребята, о скидочке договорилась. Чтобы не было обидно тем, кто не получил халат, да? Да. Что ты обещаешь? Для всех, кто нас сейчас смотрит, видит, 15% скидка у нас в магазине с промокодом ярмарка15. Просто заходите к нам в магазин, выбираете товар, задаете при оплате промокод ярмарка15 и получаете 15% скидку. Я обещала тебе испытания. Я сейчас превращаюсь в строгую училку. Ты будешь мой ученик, но не бойся, я не такая уж и строгая. Ты сейчас будешь сдавать тест на знание языка мата. Ну, извините, назвался грузем, полезай в кузовок, да? Поэтому я называю тебя старинные русские слова, а ты мне говоришь, что из этого мат. Хорошо? Хорошо. Итак, поехали. Тюрюхайла и гумно. Вот что из этого мат? Тюрюхайла или гумно? Наверное, все-таки гумно. Не-а. Гумно – это место для хранения хлеба, а тюрюхайла – это неряха. Барбер или куёлда? Куёлда все-таки. 1-1. Куёлда – это дрочливый человек, ну, если так мягко. А барбер – это парикмахер. И, ну, да. Да, и в старину так тоже называли. И последнее. Псуе или трупёрда? Псуя или трупёрда? Вот что из этого плохое слово? Пусть будет трупёрда. Трупёрда? Трупёрда – это неповоротливый человек. Ты прав, Саша. А псуя – это напрасно, попусту. А вот как звучит, ну, да? Ну, тоже звучит как-то ярко. Псуя. Это точно. Псуя – это да. Все. Слушай, 2-1 в твою пользу. Я тебя поздравляю, Саня. Куёлда и трупёрда тебя сегодня вытащили. Поэтому на следующий год на ярмарке мы ждем не вот эту надпись, а куёлда.
Голда и Трупёрда. Это мысль. Давай, расширяем бренд. Давай сделаем коллаборацию. Ярмарка и ваша компания Куёлда и Трупёрда. Давай. И будем всем в суе. Остается всего один день. Один день, когда действует предпродажная цена билетов на ярмарку 2024. Даты уже известны. 18 и 19 мая мы с вами точно встречаемся. Закажите билеты прямо сейчас. Все контакты есть на вашем экране. Сделать нужно все сегодня. Только сегодня предпродажная цена. Завтра не будет. И, друзья, близким, родным, всем расскажите, что билеты на ярмарку только сегодня можно приобрести очень-очень выгодно. Меня зовут Лиля Шакирова. Это ярмарка-шоу. Хороших выходных, шикарного лета и до встречи в эфире. Торопитесь, сегодня покупайте билеты. Гульнем с вами на ярмарке 2024. Никто не узнает, куда пропадали, пчелами летали до утра. Жужжали, мы над этажами, меня опьянила луна. Луна! Кто мы? Я не слышу вас, кто мы? Вы готовы? Я не слышу! Нам ярким рассветом все, что захочешь, себе подарю. Музыку, света, море, волну. Давай отложим с тобою дела. Музыка двигает наши дела. Сердце пронзила пчела. Я полюбила тебя. Кто мы? Я вас не слышу. Вы готовы? На все готовы. Пчела.